Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сейчас в Иордании сезон оливок. И я хочу вам показать, как я буду их подготавливать и солить. Подготовьте какую-нибудь досточку деревянную, которую не жалко, старенькую. Нужно будет или стакан с плоским дном, или баночка, или можно взять кухонный молоточек. И дальше мы будем бить оливки. Не сильно, но чтобы образовалась одна трещинка. И так надо с каждой оливкой. Конечно, не бить, а делать надрезы ножом или проколы вилкой. Но учтите, что так они будут вымачиваться в два раза дольше. Теперь заливаем оливки холодной водой. Будем ее менять каждый день в течение 7-10 дней. И в течение дня желательно 2-3 раза перемешивать оливки. Свои оливки я вымачивала 8 дней. Вы можете их пробовать. Может оставить небольшую горечь, кому как нравится. 8-10 дней этого достаточно. Теперь на 5 кг оливок я добавляю 0,5 кг лимона. Можно порезать его кружочками, дольками. И 0,5 кг зеленого острого перца. Также сок 2 лимонов. Все это хорошо перемешаем. И будем готовить рассол. На литр воды обычной холодной из-под крана берем 4 столовые ложки обязательно крупной каменной соли. Подготовим банку, куда будем складывать оливки. Можно любую стеклянную, пластиковую бутылку использовать. Хорошо перемешаем рассол, чтобы соль растворилась. Буду выкладывать оливки в эту банку. Заливаю теперь рассолом полностью, чтобы покрыл оливки. Еще можно для красивого цвета желтенького добавить ложечку куркумы. Теперь сверху немного наливаем оливкового масла. Это чтобы оливки не всплывали, все были в рассоле. Масло будет их держать. Теперь закрываем крышкой, убираем в темное место и через недельку можно уже пробовать. Смотрите, какая красота и вкуснятина у нас получилась. Просто невероятно вкусный. Их можно щелкать, как семечки. Всем приятного аппетита!